Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Восстановление колена Вениаминова. И сказали: вот, каждый год бывает праздник Господень Силоме, который на север от Вефеля и на восток от дороги, ведущей от Вефеля Сихем, и на юг от Ливоны. И приказали сынам Вениамина, и сказали: подойдите и засядьте в виноградниках, и смотрите, когда будут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц силомских, и идите в землю Вениамина. Сыны Вениамина так и сделали, и взяли жен по числу своему из бывших в караоде, которых они похитили, и пошли и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.